11 воскресенье февраля 2018 года. Батюшки нет сегодня. Мы одни. Вот выходит из храма. Сейчас собрание будет, потом занятие. Сейчас запойдет в и как обычно как в церкви уходит в любом храме, и никто никого не знает. Вот что означает община. Это не приход, пришел, ушел. И это каждое воскресенье поддерживается, и дети знают все свои. А было бы больше. Но это не знаем, как трудно было бы. Остается. Там свет потушили. Так, здесь не держайся пока этого. Заходите сразу туда. Проходите. Здесь только смотри, чтобы один взрослый оставался. А лучше детей сейчас заведи сюда, потому что говорят очень важное. Для них тоже касается.